Привет, народ. Продолжаем строить наш аппарат. Примерил я мотор, одел шкив, поставил его просто пока на табуреточку. Сейчас вот замерил, у меня получается здесь просто рулетки 1116. Также собрал сцепление, сделал, вывел педаль. Вот она, регулировка. Это вот у нас стабилизатор атаки. Педалька, все здесь, то есть нажимается, все работает. Можно, в принципе, его подвинуть поближе, но вот этот вот кронштейн придется переделывать, потому что здесь рядышком. И можно также вот отодвинуть сюда, если ремень я сейчас не найду, то тогда будем туда-сюда двигать. Здесь еще запас вот так вот он есть. Но желательно, конечно, поставить его вот как он есть, более как бы такой нормальный, я думаю, вариант. И здесь вот также установится инша, ничему мешать не будет. То есть... Все, поехали в магазин, ищем ремень. Так, вот он ремешок. У нас был 1116, тут 1115. Ремень поликлиновый. 6. Ну, 6, они, наверное, наши, они, наверное, все 6. Ну, думаю, наверное, должен подойти. Что-то про ручье я даже не подумал. Генератор. ГУР. По-моему, от Волги, что ли, сказали. Так, все, сейчас опять... Двигаю мотор, разбираю сцепление, ставлю ремень и будем примеряться. Так, все, ручей, то, что надо. Ребят, поставил, чуть-чуть прям вот не хватает. Вот видно. И здесь уже упирается в ребро. Сейчас я переделывать особо ничего не буду, просто чуть-чуть ее подогну вот в эту сторону. И я думаю, должно все нормально пройти. Поставил мотор, приварил площадку. Сейчас вот думаю, что делать мне. Или так вот, чтобы натягивалось, или роликом. По комментариям посмотрел, кто пишет, ролик не нужен. Надо делать обычную натяжку. А кто-то пишет, что нужен ролик, потому что будет больше охват вот этого вот маленького шкива. Ребят, правильно все. Вот так вот, если мы сделаем ролик вот сюда, то будет больше охват. И больше, значит, зацеп. А чем больше зацеп, тем вероятность прокрута намного меньше. Поставил площадку. Все-таки сделал я. Наверное, и так натяжку сделаю. И если буксовать будет, то снизу будет еще прижиматься ролик. Может быть, даже на какой-нибудь пружинке посмотрим. Все это видно будет. Так, все, ставим двигатель. Вот это все я прикрепил. Ставим двигатель, выравниваем. Во, ребят, кстати, как делал, чтобы выровнять. Взял вот так вот прямую железяку. И вот по этим вот. То есть выставил 19,5. У меня получилось 19,5. А вот эти вот у нас отверстия, они на моторе, то есть ходят так вот. Получается горизонтально, но относительно вот камеры. Они ходят, их можно и не выставлять. Все, и получается у нас теперь... Мотор выставлен относительно шкива по прямой. И еще вот теперь поймать вот этот вот угол. То есть не завалить его ни вниз, ни вверх. Тут можно... Да много разных вариантов. Но, короче, сначала... Вот видно сейчас вот даже, если поворачиваю. Тут упирается здесь. То есть у меня щель. Щель. Поставил мотор, все, прям на минималочке, и получается он у нас более-менее как-то натянут. Так, надо покупать масло, заливать, бензинчик, масло зальем и покрутим, посмотрим, что у нас получилось. Здесь места очень много, снизу просто вот так вот, если нужен будет, ролик на пружинке, и все супер. Даже какие-то есть, я вот помню, ролики, какие сами регулируются, но натягивают.
Так, ребят, чуть-чуть вот я что-то сейчас вижу. Вот сюда вроде как он вылез. Да. Сложного, конечно, может и ничего нет, но все равно это необычный ремень клиновой. Повозиться придется. Может быть из-за того, что слаб. Сейчас попробую чуть-чуть натянуть и прям вот на миллиметрик надо мотор вот туда, потому что вылазит. Он получается в эту сторону. Ведомый шкив, ведущий, вот он. И поэтому он его скидывает. Надо мотор чуть отодвинуть назад. Как я думаю. Ну да, вот достает до ремня, и он, грубо говоря, должен мимо проходить. Так, и тогда мотор получается наоборот сюда вот надо. Вот сюда, к тракторам. Заводил, пробовал, но получилось, короче, ничего, он не ползает никуда, ни туда, ни сюда, стоит на месте, без натяжки. Я думал, может быть, натяжки нет, начинает как-то вот так дрыгать и сползает. Нет, мотор чуть-чуть, прям на, может быть, 0,03 вот так вот сюда подвинул. Вообще, да, вообще разобраться, вот если ремень сгорит, то его поменять, ну, мне кажется, будет, наверное, проблема. Проблема будет отцентровать. Чтобы его поменять, это, грубо говоря, там, я не знаю, займет, может быть, там 5 минут разобрать его, поменять. Отцентровать, да. Но все равно все это в гаражных условиях. Все это, то есть, делается. Давайте заведу сейчас. Очень нравится, как мотор работает. Прям поет. И вот нет у него таких. Вот газку даю. То есть он успокаивается. Вот все, вот он на месте. То есть он ни туда, ни сюда, все, он в ручье сидит, как положено. Так. Блин, вот пойдем сейчас заведу мотор другой. Вообще офигенно работает. Это судорожный. Реально. По сравнению с тем мотором. Как раз вот это вот самые обороты. Вот так уже получается, вибрации нет, а газ уже великоват. А вот самый оборот, на каких надо работать. Во. Поэтому у него и глушак-то отвалился. Очень все сильно вибрирует. Ребят, ну вот сейчас снял, но ведет. Даже слышно, что идет какой-то хруст, хотя там вот зазор приличный. Все, ребят, разобрал, нашел. Когда я вот эту вот часть прихватывал, то есть все было нормально. А когда я вот это все полностью обварил швами, то у меня получился вот этот вот уголок, его увело. И теперь вот что. Вот я прям кручу. Видите, крутится прям первичный вал. И он тяжело крутится. Вот он. Сам подшипник держит.
Вот, а сейчас... Короче, надо нам добиться такого результата, чтобы у нас все это очень легко и просто крутилось. Ребят, так как я правил вот так, то и шкив чуть-чуть ушел, мне пришлось мотора сделать, ну, где-то, может быть, миллиметров на 5 назад. Так, давайте попробуем.